фантастическая машина прямо сейчас подъезжает к нашей праздничной площадке. И похоже, что это, я так отсюда вижу со своего места, это председатель Федерации хоккея Беларуси, конечно же, олимпийский чемпион Александр Викторович Богданович. Вообще, вот такие крутые, уникальные приезды, это фишки наших церемоний закрытия. И, знаешь, мне лично очень радостно, что не только игроки и тренеры это поддерживают, но и руководство, председатель в том числе. Да, и это очень верно, потому что в очередной раз это подчеркивает, во-первых, и статусность мероприятия, и его значимость, ну и, конечно же, эффект. Присоединиться и приехать на церемонию – это то самое искусство, разве нет? Совершенно верно, я согласен с тобой. Ну и у нас Дима Аврамчик уже готовится к своему включению. Он расскажет нам о той фишке, которая есть в welcome-зоне, да и не только в welcome-зоне, вообще на всей локации.